новый развлекательный центр. Он только открылся. Он немного необычный. И сейчас я вам проведу по нему экскурсию. Я сейчас на втором этаже. Здесь есть зона отдыха и маленький уголок для детей. Аккуратно. Будешь прыгать? Да. Молодец. Вот такая вот небольшая территория. Ребята, еще я вам хочу показать первый этаж этого развлекательного центра. Посмотрите, как он выглядит. Это зона батутов. Ты играешься с резиновыми игрушками? Нет, я для малышей. Ну что, пойдем на низ? Пошли! Давай еще покажем, какие здесь есть мостики. Проходи вперед. И посмотрим еще на один лабиринт сверху. Вот такая вот горка. Труба. А с этой стороны получается тоже еще одна труба. И вот видите, нужно подниматься по резинкам, чтобы по ней съезжать. Давай не будем спешить, а то мы упадем. Короче, мы пришли на зону батутов. Ничего себе яма! Давай, разгоняйся сильней. Молодец, уже дальше. Смотри, Ярослава, там есть такой скалодром. Можно тоже полазить и упасть в кубики. Все, ты высоко. Провалилась одна голова. Была видна. Круто. Где ты там? Сейчас будут прыжки от Ярослава. Еще поднимайся. Давай, давай. Зону батутов я вам показала. А теперь мы идем дальше. Мне здесь очень-очень нравится. А теперь самое интересное. Лабиринт. Ну, потому что не разработанный еще, новый же совсем развлекательный центр. Поэтому пролезу, все крутится. Пролезла. Быстрая ты. Так, пойдем, куда дальше? Здесь так как-то темно. Вауч. Ты хочешь отсюда выйти или пойти по прямой? А ну давай посмотрим. Ты хочешь отсюда выйти или... Сюда можно на батуты посмотреть. Мам, ты хочешь отсюда выйти или пойти по прямой? Нет, хочу пойти по прямой. Мне кажется, там интересней. Ну не знаю, пролезешь ты тут ли? Конечно, пролезу. Не, не пролезешь. Пролезла. Прям горки. Ауч, током ударила.
Теперь смотри, нужно пройти по такой вот сетке. Я не хочу по ней проходить, мне больно по ней ногами проходить. Да прям таки, проходи. Буду вот так проходить, о. Смотри. Вот мне хоть не так больно. Очень интересный лабиринт, но правда есть один минус, он темноват. Каким образом? Смотри, как вывалишься. Так, давай туда пройдемся. Смотри, мы в этой стороне не были. Или сюда пойдем? Давай сюда, потом туда. Давай, по очереди. Пойдем. Вау. Готова съезжать? Поехали. Ух, быстро! Поднимайся теперь ко мне. Здесь очень быстро подниматься, да? Да. Быстрая такая горка. Прям летает. Еще поедешь? Подъем вообще супер. Пока, эй, ты куда? Ой, аккуратно. Целый туннель для бега. Вау, что, куда это мы с тобой вышли? Здесь светло. Мама, не сюда, туда. А что, давай посмотрим, что здесь есть. Пушка. А с чего стрелять? Ой, я испугалась. Здесь мячиков нет, стрелять нечем. Это музыка классная. А, ну звук, да. Смотри, Ярослава, тебе нужно спускаться вниз. Видишь, сколько там мячиков брать, набирать, а потом стрелять. Ну а здесь уже все, тупик, да? А, нет, можно так тоже перейти. Сейчас, подожди. Карапуз пролезет, потом я. Тихо, тихо. Ой. Так, пойдем. Да, там шарики надо брать. Еще одна пушка, только красная, видишь? Малый карапуз. Так, давай показывать, что еще здесь есть. Смотрите, мы... В общем, залезли в какой-то прям круг. Здесь вот можно ходить по кругу. Также можно съезжать с горки, с большой. А можно и спускаться по этим резинкам вниз. Я не знаю, куда ты там спустишься. Но я думаю, не стоит. Да. Мне спать. Я думаю, спускаться не стоит, потому что ты там застрянешь где-то. Будем съезжать с горки по трубе? Так, подожди, я обойду к тебе. Я сюда пойду по лабиринтику. Страшно. Страшно, да. Смотри, какая труба. Ты видела, куда она ведет? Нет. Она такая закрученная. Аккуратней там. Все, мамочка, я поехала. Расскажу, где я ездила. Давай, пока. Пока. Мама, иди сюда. Давай. Где ты там лезешь, а, вижу? Могу с ним съехать. Ехала по трубе, а вылезла отсюда. Ну даешь. А тяжело подниматься? Долго? Нет. Нет? Так, Ярослава, как нам теперь спуститься на один этаж ниже, чтобы пролезть вот по вот этой трубе? Видишь? Я быстро тут местность распознаю. Да? Такой запутанный лабиринтик. Вот, посмотрите, почем Ярослава подымалась, когда спустилась с горки. А, вот, да, точно. Ой, мамочка, давай, а давай я это спущусь и покажу вам, как я там лазила. Давай. Сейчас только пролезу эту трубу. Здесь еще на втором этаже пушки. Здесь уже зеленая. Мы видели красную, желтую. Да.
А также вот эта вот сетка, Ярослава. Да. Моя нелюбимая сетка. Так интересно, она собрана. А ты попробуй пройди, тебе кажется, что это так сильно больно. Это массаж для ног. Слава, нет. Теперь куда идем? Я сейчас буду показывать. Пойдем. Лес, ладно? А что? Ну я пойду вниз. Я буду тебя ждать, когда ты с горки спустишься внизу. Че я буду здесь стоять? А, ну я просто думала, что а ты посмотришь, как я залезаю. Ну так я снизу и посмотрю, как ты лезешь. Да, я веду вниз. Да я сама выйду. Иди, поднимайся к горке. А я буду тебя ждать возле трубы. Ну ты быстрая. А, вот так ты поднимаешься сразу обратно. А сережки твои там на месте? Ты не зацепляешься? Нет ушками? Умница. Ты прям вылетаешь. Увидели качельку красненькую, хотим пойти покататься. Вот это лабиринт, да? Здесь столько места. Ух ты! Смотри, тут мигает. Держись! Ой! Я! Да лечу до тебя! Достану! До потолка достану! До потолка уже достаешь! Та-да! Та-да! Вот, она сразу включилась! Ух ты! Набрала шариков, и мы с ней идем стрелять наверх с ушек. У меня большой животик. Ты уже растеряла шарики. Высыпай. Стреляй. Баба. Ты где? Центр. Кому понравилось видео, поставь лайк и подпишись на мой канал. Пока-пока!